Почему вопрос деятельности фонда капитального ремонта сейчас так важен? Жилой фонд ремонтировать надо. Сказать о том, что закон идеальный, сказать, скажем так, сложно. Но с чего-то начинать надо. Сейчас закончил действие 185-й федеральный закон. И нужны следующие действия, каким образом людям участвовать в ремонте собственного имущества. Потому что собственное имущество предполагает не только право владения, право распоряжения, но и обязанность людей по сохранению этой собственности. Потому что это не частный дом, где все понятно, где когда частник отвечает за свой индивидуальный жилой дом, а в многоквартирном доме ситуация сложнее. И поэтому требуется действительно законодательная база для того, чтобы и каким образом решать вопросы, связанные с ремонтом и капитальным ремонтом в целом жилого фонда. Не только у нас, но и по всей России. Каким документом определена обязанность собственника помещений оплачивать взносы на капитальный ремонт? Федеральным законом, жилищным кодексом определена обязанность собственников. В декабре 2012 года в данный закон были внесены существенные изменения. Появилась целая глава, которая так и называется «Организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах», которая описывает именно систему, вводимую 2014 года, капитального ремонта. Именно этим законом предусматривается не только обязанность собственников платить установленную плату за капремонт, но и все другие права и обязанности собственников. Чем определен минимальный размер взноса 5 рублей 55 копеек и будет ли в дальнейшем он меняться? Тот размер, который приняло наше областное правительство, он определен исходя из состояния жилого фонда и состояния перспективы ремонта каждого дома, который имеет определенный срок своей, скажем так, жизни и своих потенциальных ремонтов тех или иных коммуникаций или конструктивных, скажем так, элементов. Поэтому данный вопрос, он, конечно, часто задаваем, вот, потому что люди спрашивают, почему в одном субъекте федерации одна цена, в другом субъекте федерации другая, скажем, стоимость этого сбора. Я могу сказать о том, что, безусловно, данное решение принято Ленинградским областным правительством, и мы вынуждены его исполнять, потому что это областной закон. Кто должен разрабатывать долгосрочную программу капитального ремонта и по каким критериям? В соответствии с тем же самым жилищным кодексом, данная обязанность возложена на органы региональной власти, в данном случае это правительство Ленинградской области, и должно быть утверждено областным законом. Соответственно, в декабре 2014 года данная программа была утверждена. Представляете себе перечень всех домов, находящихся на территории Ленинградской области, и сроки проведения капитальных ремонтов по видам ремонта на 30 лет. Также определено, что очередность включения домов в данную программу должна определяться нормативным сроком службы данных домов и датой приватизации первых квартир. Определен ли в настоящее время региональный оператор? Регионального оператора определяет правительство Ленинградской области. Этот оператор на сегодняшний день уже приступил к действию, и оно является в форме некоммерческой организации. Фонд капитального ремонта Ленинградской области. Почему некоммерческое? Потому что, чтобы у всех отпали разговоры, какие-то вопросы, связанные с функциональной деятельностью этого фонда, он не будет, не имеет права зарабатывать прибыль. Все деньги должны быть направлены на ремонт жилья. Кто определяет механизм реализации программы капитального ремонта? Ну, на самом деле, правильно говорить не механизм, а способ формирования фонда капитального ремонта, потому что именно способ формирования фонда определяет, каким образом в дальнейшем будет производиться капитальный ремонт. А выбор способа формирования фонда находится в полномочиях собственников жилья. Ни то другой не может принять решение в том случае, если собственники его приняли. Каковы функции регионального оператора? Функция регионального оператора, в первую очередь, это организация проведения капитального ремонта и накопление денежных средств на счете регионального оператора. В данном случае идет речь о так называемом котловом способе, когда для производства ремонта домов используются деньги, которые оплачивают собственники и других домов, но в этом случае имеется в виду плюс, что независимо от того, у данного дома накоплены нужные денежные средства на капитальный ремонт или еще нет, ремонт все равно будет произведен региональным оператором, либо за счет привлечения средств
собственников иных домов, либо за счет кредитования, либо за счет каких-то иных способов. Но вся ответственность на организации проведения капитального ремонта в срок установленной региональной программы и объеме установленной региональной программы лежит на региональном операторе. Каким документом определен способ формирования фонда капитального ремонта, который должны выбрать собственники? Также это определено федеральным законом, жилищным кодексом. И данные нормы, нормативные положения продублированы в областном законе о порядке проведения капитального ремонта в Ленинградской области. Кто будет владельцем специального счета? Владельцем специального счета могут быть ТСЖ, ЖСК. И при этом они могут стать владельцами этого счета. Значит, также ТСЖ и ЖСК могут принять решение о котловом методе сбора денег. То есть передавать в общий котел региональному оператору. Что касается спецсчета для домов под управлением, они тоже могут иметь спецсчет, но владельцем этого спецсчета будет региональный оператор. Точно так же дома, находящиеся под управлением управляющими компаниями, могут принять решение о котловом методе концентрации денег. Вот, поэтому это решение за людьми, за собственниками. Вот. И я хочу здесь заострить внимание, что позиция муниципальных властей, то есть нас, как собственников жилфонда, принадлежащего муниципалитету, мы будем поддерживать большинство собственников, которые приняли решение по тому или иному вопросу. Значит, если принимает большинство собственников котловой метод, значит, мы поддержим их. Если принимает большинство собственников спецсчет, мы поддерживаем большинство. Если ситуация будет условного паритета, то вот лично мое мнение, я за то, чтобы формировался все-таки люди накапливали деньги в спецсчете. Чем отличается специальный счет ТСЖ, ЖСК и специальный счет у регионального оператора? Разница принципиально в том, что ТСЖ, ЖСК как юридические лица имеют право стать владельцем специального счета. Люди, которые проживают в доме, которым руководит управляющая компания, они не являются юридическим лицом, поэтому владельцем этого спецсчета они быть не могут. И поэтому в законодательстве принято решение, что специальным счетом в данной ситуации является именно этот фонд капитального ремонта, региональный оператор. И очень важный момент, что на сегодня, хоть он и владелец, но он распоряжаться деньгами на этом счете специальном самостоятельно не может. Люди принимают решение на собрании, принимают решение о тех действиях, которые они хотят сделать с этим счетом, с этими деньгами. И только тогда дают, скажем так, протокольное решение владельцу, и они принимают решение о оплате тех или иных договоров, которые проверены, смет, которые определены тем или иным капитальным ремонтом. Плюсы и минусы способов формирования фонда капитального ремонта на специальном счете или в общем котле? Я могу сказать, что это очень такой принципиальный момент. Специальный счет дает возможность собственникам контролировать финансы, которые они платят в течение многих лет. И любое движение денежных средств на спецсчете – это решение только людей, собственников жилья. В данной ситуации это и решение собственников частных, и решение собственников как муниципальных, когда мы являемся собственниками нашего муниципального жилья. Что касается вопроса котла, здесь ситуация для людей несколько сложнее. И люди, с одной стороны, оплачивая в котел, они никаким образом не могут повлиять на действия оператора с точки зрения, скажем так, тех действий, связанных с финансовым ресурсом, который сосредоточен в котле. Но в то же время котел дает возможность людям не заботиться о том, что и как происходит с их деньгами, которые собираются и аккумулируются в течение длительного периода времени. Что касается специального счета, то специальный счет потребует каких-то относительно небольших ресурсов на ведение счета, на сопровождение счета и на платежные операции. Но я не думаю, что надо опасаться этого. Я считаю, что специальный счет несет меньше рисков для наших граждан, потому что люди могут предполагать более четко, где находятся их деньги и в каком количестве. И самое главное, что они могут отслеживать этот объем в периоде времени.
Важным отличием также является тот факт, что отсутствие на спецсчете достаточного количества средств не может являться причиной для переноса сроков капитального ремонта на более поздний период. В этом случае собственникам придется изыскивать недостающие средства для соблюдения сроков программы по капитальному ремонту или принимать решение о переходе на финансирование из общего котла. Что будет, если собственниками не будет принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта в установленные законом сроки? Сегодняшнее законодательство установило сроки в соответствии с областным законом. До 1 марта должны пройти все собрания. Если собрания не будут проведены или они не дадут должного результата, то в течение первой половины марта, в течение двух недель, муниципальные власти обязаны подготовить законодательный акт, в котором принимается решение о переходе тех домов, которые не приняли самостоятельное решение о спецсчете, скажем, принятие решения о направке финансов наших собственников в котел. И это момент принципиальный. И сегодня есть поправки в законодательство, которые приняты в конце прошлого года нашим президентом Владимиром Путиным, которые дают возможность сместить сроки принятия решения гражданами и в то же время смещение сроков начала оплаты за капитальный ремонт. Сегодня мы знаем срок пока один, 1 марта. Но мы со своей стороны обратились к губернатору Ленинградской области, обратились в законодательное собрание Ленинградской области и с просьбой о внесении соответствующих поправок в областной закон, которые бы были в соответствии с федеральными поправками, которые прошли в конце года. То есть, чтобы сместить эти сроки, для того, чтобы мы могли иметь большее время, для того, чтобы рассказать, объяснить, более спокойно провести собрание, чтобы люди более четче понимали всю процедуру, связанную с началом реализации данного федерального закона. Почему требуется очное собрание перед заочным голосованием? Ну, на самом деле, закон не требует обязательно проводить очные собрания вначале, а потом заочные. Можно сразу идти на заочные собрания, но в данном случае мы приняли решение провести сначала очные собрания, потому что они позволяют рассказать людям, жителям, собственникам квартир в домах о том, что предлагается, почему, провести диалог, понять настроение, ощущения жителей. То есть это механизм, который позволяет донести до жителей информацию. В случае заочного голосования жителям приходится самим искать всю информацию по данному вопросу. В каких банках можно открыть специальный счет? Из того перечня банков, которые были предложены, на территории нашего муниципального образования есть два банка. Это Сбербанк и Россельхозбанк. Поэтому мне кажется, что для удобства наших граждан, формируя и принимая решения по спецсчету, мне кажется, что целесообразно все-таки ориентироваться на те банки, которые находятся на территории нашего муниципального образования. То есть я бы выбирал или Сбербанк, или Россельхозбанк. Возможно ли перенести сроки проведения капитального ремонта? Сроки капитального ремонта перенести можно, но только, как скажем так, ближе сюда, более раньше, чем та дата, которая определена региональным оператором. Потому что дальше это есть некие показатели, когда дом необходимо полностью или частично капитально ремонтировать. Если собирается определенная сумма денег и есть возможность софинансирования со стороны государства, со стороны областного правительства, со стороны муниципальных властей, то люди могут обратиться по проведению данного капремонта раньше срока. Для этого необходимо нам подготовить экспертное заключение о том, что есть проблемы, которые требуют безотлагательного решения, в том числе капитального ремонта. И в результате этого можно убедить регионального оператора о проведении сроков раньше намеченных. Возможно ли поменять вид работ? Да, закон предусматривает, что можно поменять вид работ. Два условия. Либо собственники доказывают о том, что в доме появилась необходимость сделать дополнительный вид работ, который не учтен в программе, и доказывают это актами осмотра, аварийными актами, заключением специальных организаций. Либо наоборот, какой-то конкретный вид работ на сегодняшний день не требует проведения капремонта, потому что состояние элементов нормальное и допустимое. То есть все это законно предусмотрено, но опять-таки это все, об этом всем можно говорить только лишь после того, как дом выбрал способ формирования фонда и программа уже заработала.
Кто будет заключать договора с собственниками помещений? Так как обязанность собственников участвовать в программе капитального ремонта, платить плату либо минимально установленную правительством области, либо большую, которую они сами себе могут установить, установлено федеральным законом, поэтому закон не предусматривает каких-либо дополнительных договорных отношений с собственниками. То есть в данном случае идет речь о законе прямого действия, который обязывает собственников участвовать в капремонте путем оплаты ежемесячного взноса. Кто будет печатать отдельные квитанции на оплату капитального ремонта? И почему оплату за капитальный ремонт нельзя включить в квитанцию за жилищно-коммунальные услуги? На самом деле это заблуждение. Ее можно включить в квитанцию об оплате за жилищно-коммунальные услуги, так как законом предусмотрено, сигнальный оператор либо владелец специального счета может заключать договора на расчет и печатание платежных документов. Если эти договора будут заключены с расчетно-кассовыми центрами, либо управляющими организациями, либо ТСЖ, то они вполне могут включить строку платы за капитальный ремонт в общую платежку. Если тот же самый реальный оператор заключает договор с какой-то третьей фирмой по начислению и печатанию платежных документов, тогда это будет уже отдельная платежка. Кто может быть уполномоченным лицом от собственников и каковы его функции и обязанности? Уполномоченным лицом могут быть как управляющая компания, которая работает с данным домом, так и простое физлицо, которому дана доверенность, которому люди доверяют о том, что он ведет все дела, связанные с работой, со счетом, работой с неплательщиками, работой, по той схеме в соответствии с федеральным и областным законодательством. Моя позиция здесь на сегодняшний день такова, что сегодня есть компании, которые занимаются управлением в многоквартирных домах, чтобы эти компании и занимались вопросом ведения счетов. Очень хочу специально заострить внимание ваше на том, что ни управляющая компания, ни доверенное лицо, как физическое лицо, не будут иметь права влиять на спецсчет. Не имеют права. То есть они не могут им ни распоряжаться, ни принимать никакие решения. Они являются только посредниками для сбора информации, для передачи данных, как с одной стороны оператору, так с другой стороны собственникам дома. Каким образом можно контролировать поступающие денежные средства на специальный счет? Закон обязывает владельца специального счета и банк, в котором открыт специальный счет, по запросу любого собственника предоставить информацию о наличии поступивших денег на счет, об остатке денег на специальном счете, а также о всех операциях, производимых с данного счета. Скорее всего, это будет услуга, доступная в режиме электронного доступа через интернет. Кто и каким образом будет бороться с неплательщиками? В данном случае, если выбран способ формирования фонда капремонта у регионального оператора, на счете регионального оператора, то в таком случае обязанности по сбору, по взысканию, по обеспечению деятельности по сбору и взысканию задолженности этой платы ложится на регионального оператора. В том случае, если выбран вариант специального счета, то собственники должны определить источники финансирования начисления и сбора денежных средств, и в том числе самостоятельно заниматься неплательщиками. Хотя они могут это поручить той же самой управляющей организации, либо управлению ТСЖ, как собственники имеют возможность это сделать. Планируются ли в перспективе какие-то поправки в законодательство? Мы на сегодняшний день уже готовим поправки и направляем их в законодательное собрание и в областное правительство по областному и федеральному закону для того, чтобы учесть те нюансы, которые сегодня представило законодательство. А в частности, мы считаем, что люди, собирая многие годы деньги на спецсчет или в котел, должны быть застрахованы от всякого рода моментов, которые могут произойти за эти годы. Поэтому точно по принципу, как люди, которые, допустим, вкладывают деньги на депозит в банк, у них есть страхование вкладов, точно такое же страхование вкладов мы хотим, чтобы было обозначено в федеральном и областном законодательстве. Второй момент. Допустим, люди сформировали спецсчет, положили деньги на счет в банке. Мы считаем, чтобы законодательство давало возможность начисления процентов на этот депозитный счет. Потому что деньги будут лежать многие годы. Это вопросы, связанные с борьбой, с инфляцией в определенном смысле.
В то же время это какие-то возможности расходных обязательств, которые требуются при, ну, скажем так, при работе со специальным счетом. Вот. То есть, чтобы люди дополнительные деньги не тратили на работу со спецсчетом. Хочу сказать, что наше предложение нашему муниципальному образованию, вот первые два я сказал, третье предложение – это чтобы количество котлов, которые сформирует региональный оператор, сегодня это один котел на всю Ленинградскую область, мы предлагаем, чтобы это было количество котлов соответствовало количеству районов Ленинградской области. То есть, условно говоря, у каждого района был условный свой котел, ну, который числится за региональным оператором, но он формируется, ну, по территориальному признаку. Но могу сказать о том, что хотелось бы, чтобы все-таки наши предложения были приняты. Еще мы хотим внести такие поправки, которые сегодня в законодательстве определены как из объема пришедших денег 80% платится, идет на капитальный ремонт. Мы считаем, что так как исчисление идет не от начисления, а от реального прихода денег, то нам кажется, что необходимо, чтобы все 100% шли на капитальный ремонт. В данной ситуации между начислением и между приходом денег, конечно, будут суммы неплатежей. И мне кажется, что законодательство в этом вопросе будет, скажем так, будет более жестко относиться к неплательщикам. И мне кажется, что сейчас ситуация в этом направлении по работе с неплательщиками будет серьезно сдвинута. И еще одна поправка, которую предложили наши коллеги из других муниципальных районов, это поправка, которая дает понимание, как же все-таки быть, если данная программа будет прекращена, если она по каким-то условиям будет приостановлена. Вот. К сожалению, законодательство сегодня не дает ответов на данные вопросы. И мне кажется, что вопрос, который подняли кировские депутаты, очень важный, чтобы в законодательстве было прописано, как в случае прекращения действий программы или прекращения действий оператора, каким образом будут возвращаться деньги, каким образом будут решаться те или иные вопросы, связанные с ограничениями ликвидации деятельности регионального оператора.